Тогда они чуть моложе были, искренне любили свой завод и верили в себя. Впрочем, чувства и сегодня в душе те же. И все же, доставая капсулу времени, заводчане заметно переживали. За 10 лет воды немало утекло, и руководство не раз сменилось, и разных заказов уже десятки выполнены. Одни суда строятся, другие ремонтируются. Вектор всегда на развитие. Оглянуться назад порой некогда, разве что в очередной юбилей, чтобы вспомнить, сравнить, погрустить, улыбнуться. Это послание Елены Владимировны Майер. Мы думаем, что в 2020 году все будет так. Мершиев Сергей Анатольевич по-прежнему руководить АССРЗ. На заводе трудятся 3000 человек. Каждый год со Слипа спускаются 2 новых теплохода. В группу предприятий «Вега» входят 4 завода. Среди наших заказчиков есть иностранные компании. В этом послании многое не сбылось, но тем не менее есть большие сдвиги. За это время построили теплоход «Ясь», строят новый «Химовоз», построили 2 ПНС-ки для нашего района, для нашей области Харабали и в Ростовской области. Построили земснаряд. Он в Белгороде работает на горноперерабатывающем комбинате. Построили этот понтон для Министерства обороны. За это время стояли 2 на ремонте военных судна. То есть мы имеем военную лицензию. Хочу пожелать коллективу завода успехов, стабильности, успехов в развитии, всем здоровья и удачи. Махашвили, заместитель председателя правительства Астраханской области. Это пожелание первого нашего директора, который был в Веге, это Дудкина. Спасибо АССРЗ за возможность прикоснуться к твоей истории. 1/100 твоей жизни я провел с тобой. Великая честь и благодарность. Живи и здравствуй. Но если говорить сегодняшними словами, то Дудкин уже не 1/100, а гораздо больше провел, потому что в 17-18 году он снова у нас был директором. Тем, кто вскроет капсулу, желаю продолжать традиции завода, тех людей, кто сейчас делает его историю, успехов всем. Руководитель аппарата администрации муниципального образования города Ахтубинск брат Усев. Продолжатели славных традиций завода сегодня трудятся вовсю. Выполняют как ремонтные работы, так и строительные. Возводят танкер и спасательный буксир. В данный момент веду проект НЕ-011. Это пожарный морской буксир-спасатель. Вот такой сейчас там стоит грохот, что происходит? Происходит монтаж надстройки, рубки первого яруса, установка фундамента, начинается установка оборудования, установили главные двигателя, впереди установка щита ГРЧ, потом дизель-генераторы, ну и дальше постепенно обстановка. На завод пришел в 87 году. 21 год отработал, в 2008 в другом месте работал, а сейчас вот весной на пенсии пришел в феврале месяце в этом году. Принимаю готовую продукцию, пускаем на заводе. Ну, продукция в хорошем состоянии приходит, как бы производим входной контроль оборудования поступившего на завод. Работаю уже 8-й год, коллектив дружный у нас, как бы. Всегда рад помочь в какой-то ситуации. То есть специалисты высокого профиля. Да, и то есть к кому обратиться. То есть опыт большой у людей. Молодые кадры сегодня охотно идут работать на завод. Их примерно 30% всего коллектива. Им есть у кого учиться, опыт перенимать и уверенно шагать в будущее. То самое, которое для них 10 лет назад спрогнозировали дети тружеников предприятия. Написали сочинение и через капсулу времени направили свои мысли в будущее. Через 10 лет наш завод, где ремонтируют суда, станет большим. Там будут работать очень хорошие люди. Инженеры, бухгалтеры, сварщики на заводе будут не только ремонтировать, но и делать корабли. Наш завод прославится на весь Ахтубинск, на всю Россию. Татьяна Фомина, Владислав Лихварь, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ.